Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале доктора Будовского. Я один из ведущих стоматологов России, а теперь я и работаю еще в Дубае. И так как я занимаюсь этим профессионально, я решил сделать для вас небольшой обзор стоматологии в Дубае, так как посетил в рамках изучения рынка достаточно большое количество, не один десяток различных стоматологических клиник. Что можно сказать? Дело в том, что достаточно серьезная проблема со стоматологией в этом городе, и объясню почему. Здесь существует ряд клиник, как и в других регионах. Это клиники, которые делятся на три группы большие. Это клиники лакшери, уровень очень высокого класса, да, ну, в том числе и по цене. А вторая – это какой-то некий стандарт, который хочет уцепиться там и за богатых клиентов, и за бедных. Вообще, как происходит формирование цены – это отдельная история, достаточно забавная для нас. Ну, она становится достаточно драматичной для вас, если вы обращаетесь к ним за помощью. Ну и третья группа, в которую вы, скорее всего, сами не зайдете – это клиники, которые рассчитывают на очень дешевый сегмент. И, в общем-то, если вы к своему здоровью относитесь с большим, так сказать, пиететом и вниманием, то думаю, что вы даже туда не зайдете. Вот. Дело в том, что я работаю здесь и живу около уже года. И, конечно, мы со своей стороны то качество, которое мы предоставляем в России нашим пациентам, мы переносим сюда. И это достаточно сложно, потому что кроме клиник, которые я посещал, мы провели очень большой анализ зуботехнических лабораторий. Лично я работаю с техником в Германии, то есть все свои работы, которые я провожу, да, своим пациентам, я отправляю в Германию. Да. И здесь есть определенные тоже плюсы. Почему? Потому что очень хорошая логистика между Дубаем и Германией, мы можем быстро эти работы передать. Но в то же время появилась потребность в том, чтобы мы могли изготавливать какие-то небольшие работы, конструкции, непосредственно с нашими партнерами в Арабских Эмиратах. Поэтому мы посетили также большое количество лабораторий. И их здесь не просто большое количество, здесь огромное количество. И эти лаборатории, они пытаются как бы друг у друга отобрать работу, поэтому идет достаточно серьезный демпинг. И я уже говорил о том, что есть определенное своеобразие ценообразования. Если вы здесь живете или приезжали сюда как турист, то вы, наверное, уже с этим столкнулись, когда вам начинают говорить какую-то огромную, иногда просто неадекватную цену на любую услугу, там это неважно. Или, причем вы можете знать, что этот товар, он стоит там в 10 раз дешевле. Ну вот, и вам делают там скидку 50%, да, и вы все равно там вынуждены или вынуждены отказаться, да, за этот же товар, да, цена там в 5-6 раз все равно дороже. Вот, ну, здесь часто прибегают и к подобному подходу, вот такому а-ля рынок и, в общем-то, в отношении зубов, потому что большинство клиник, оно поставило перед собой задачу именно зарабатывания, ну, как в кавычках, там, получения, я бы правильно сказал, потому что, чтобы заработать, надо работать, правильно? Ну, вот, получение денег, и здесь очень часто сравнивают стоматологию с укладкой ногтей, вот это шелак, да, девушки делают, вот, также виниры, да, то есть практически все клиники, они борются между собой за изготовление виниров, начиная от самых дорогих, да, заканчивая самыми там недорогими клиниками и так далее. И вот здесь это большой вопрос, потому что, несмотря на очень высокую цену, да, человек думает, что он сделал там дорогие зубы в Эмиратах, а ему мог эти виниры изготавливать какой-то, да, техник, да, и за 100 дирхам. Да, то есть такая своего рода подделка, да, потому что, еще раз, за вот этим кажущимся вот таким лоском часто стоит именно только вот болтовня. Почему? Потому что, еще раз, для того, чтобы профессионально работать, нужно достичь определенного уровня. Надо иметь определенный
поток пациентов, которые бы дали нужный опыт, уровень обучения. И с этим здесь тоже большой вопрос, потому что мы, один из наших проектов – это образовательный проект. Мы в России более 3000 докторов обучили уже, и наши программы достаточно сложные. Здесь я уже понимаю, что мы их должны адаптировать, потому что небольшое количество процентов вот существующих докторов, кто хочет учиться, их основной запрос, отгадайте, раз, два, три, виниры, совершенно верно. То есть, если, не дай бог, у вас есть проблемы, связанные с формированием нужной окклюзии, да, с изготовлением протезов, там, изготовлением тех же виниров, но не просто вот как сказать, забор, а именно с функциональной, эстетической точки зрения, то здесь, конечно, очень сложно будет вам найти соответствующего специалиста. Поэтому здесь, друзья, обращайтесь к нам. Мы сможем вам помочь в любой ситуации, начиная от самых простых работ и заканчивая самыми сложными. Потому что большая часть моей практики – это как раз-таки переделки после неудачных протезирований, тотальных протезирований и так далее. Да, вот мы посетили более десятка клиник, практически только в одной был артикулятор. Да, то есть, представляете, для того, чтобы даже одиночную, делая коронку, мы прорабатываем и оцениваем, как правильно проводятся боковые движения, жевательные движения, функции. Нужны специальные приборы для этого. Здесь это все делается в лучшем случае на чей-то глаз, причем непонятно на чей. Но вот, даже если клиники оснащены великолепнейшим оборудованием, мы видим, что да, нет пациентов, у них простой, они не знают, как его применить. То есть вот они сделали снимок и так далее. Отдельная история с имплантацией. Большинство клиник, у них ортопантомографы. Я в 96-м году начал свою практику, да, тогда еще там почти там 30 лет назад. Это как бы да, это ортопантомограф было что-то. Конечно, без компьютерной томографии устанавливать имплантаты, ну, для нас это некий архаизм. Поэтому, друзья, берегите свое здоровье, да. Приходите к нам, мы все с вами разберем, объясним по ценам, да, у нас очень демократичный подход, да, и вы сможете выбрать именно то, с точки зрения цены, тот продукт, который именно вам подойдет. Но с точки зрения здоровья оно бесценно, поэтому, да, мы к каждому пациенту, к каждому нашей работе относимся с огромным вниманием и скрупулезно занимаемся. Ссылки все в описании, да. Пишите комментарии, на все ваши вопросы я отвечу. И делитесь своим собственным опытом посещения стоматологии. Обсудим. До скорого.